Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на дрель ударную 220 вольт, 750 ватт, темно-синяя, три комплектации посылки из AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 11 января 2019 года. Такая новая заставка рекламная, но нам попасть на старую нужно нажать вот эту кнопку «Посмотреть и купить». И нас перебрасывает на привычную заставку, которая стоит здесь постоянно. Что мы здесь видим? Видим цену в долларах от 40 долларов 4 центов до 65 долларов 66 центов. Бесплатная доставка в Россию. И комплектация идет. Три комплектации. Первая стоит 40 долларов 4 цента. Это просто дрель, ручка и глубиномер. Вторая комплектация 47 долларов 18 центов. Вот такие буры есть, сверла. И третья комплектация 65 долларов 66 центов. Ну, здесь уже инструмента добавляется: молоток, отвертки, пассатижи. Ну, это кому это нужно. Вот, допустим, если вы только покупаете инструмент, ну, вот вас это и устроит. А так обычно у всех домашних мастеров таких ручных инструментов хватает. Но тем не менее. Так, теперь мы проверим цену на доставку. В Россию бесплатная доставка. Пойдем по очереди. Беларусь. Бесплатная. И Казахстан. Казахстан. Бесплатная. Украина. Украина. Бесплатная. Во все регионы доставка бесплатная. То есть вот эти цифры — это уже то, что вы уплатите продавцу. Вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.